Каждый год весенний сезон в Актюбе начинается с того, что дорожные службы вынуждены заделывать ямы на автомобильных дорогах. Причем далеко не в лучшем состоянии оказываются даже основные улицы, не говоря о второстепенных. Ездить по такому покрытию – сущее наказание. Этот год не стал исключением, поэтому службы в очередной раз приступили к так называемому ямочному ремонту. Пока он проводится на тех улицах, где асфальт уже подсох. А вот чтобы как-то решить проблему на остальных участках, где еще изобилие талых вод, решили прибегнуть к новшеству. Ямы на время закладывают тротуарной плиткой. Укладка тротуарной плиткой – это временный характер, то есть после высыхания дорожного полотна на данном участке они будут заменены на асфальтобетонное покрытие. Работают 8 бригад, то есть по одной бригаде у каждой патронизации производится укладка тротуарной плиткой и по одной бригаде по укладке асфальтобетонной смеси. Как говорят специалисты, это опыт российских дорожников. Плитку в дальнейшем, когда уже появится возможность проводить полноценный ремонт, уберут. Обычно это делается в теплый сезон. В Акимате говорят, что и у нас в дальнейшем ее так же, как положено, заменят асфальтобетонным покрытием. В данный момент в ямочном ремонте задействовано 4 подрядных организации. В качестве основных причин некачественного состояния автомобильных дорог в Акимате называют погодные условия. Алиса Маринец, Марат Акажанов, программа «Факт».